Большой музыкальный праздник в Чебоксарах. 20-й Московский пасхальный фестиваль собрал истинных ценителей классической музыки. Оркестр под управлением народного артиста России Валерия Гергиева побывал уже в 11 регионах страны. Теперь на карте фестиваля появилась и Чувашская республика. На сцене шедевры симфонической музыки. Послушать произведения Эдварда Грига, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича собрался полный зал. В 20-м сезоне на карте Московского пасхального фестиваля появился город Чебоксары. Этот концерт, на мой взгляд, сегодня явился первым знакомством чебоксарского зрителя с вашим коллективом, Валерий Владиславович, а вашего коллектива с чебоксарским зрителем. Идейный вдохновитель пасхального фестиваля, художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Талантливый дирижер собрал удивительную команду единомышленников. В его оркестре именитые музыканты, удостоенные самых высоких наград, лауреаты известных международных конкурсов. Маэстро признался, концерт изначально не был заявлен в афише фестиваля. Предложение поступило от известного пианиста Даниила Трифонова. Его бабушка и дедушка живут в республике. Так легендарный оркестр и оказался в Чебоксарах. Первый концерт на сцене в этом городе. Я последний раз в Чувашии был довольно давно, я думаю, больше 10 лет назад. Вот, но рад, что наконец снова вернулся. Зал замечательный и, в принципе, нам очень понравилось здесь выступать. Даниил Трифонов играет с 5 лет. В его послужном списке многочисленные международные награды. Он выступает на крупнейших сценах мира. И хотя для чебоксарской публики приезд коллектива оказался сюрпризом, билеты раскупили за считанные дни. Мы просто счастливы, что наш соотечественник, пианист высочайшего, высочайшего мирового уровня, экстра-класса, можно сказать, это вот та вершина, где единицы пианистов. И нам сказали, что не приедет и не будет выступления. Мы очень расстроились. И когда увидели Даниила, это действительно, Людмила Абрамовна сказала, было счастье для всего и восторг для всего зала. Рады, что такого уровня музыканты у нас. Надеемся на дальнейший контакт с оркестром этим и с нашим земляком Даниилом Трифоновым. Фестиваль продлится до 18 мая. Впереди у легендарного оркестра гастроли в Сыктывкаре, Салехарде и других городах. В беседе с главой республики Олегом Николаевым гости высказали желание вновь приехать в Чувашию. Даниил, безусловно, один из лучших пианистов в мире. Для многих чуть ли не лучший пианист. Он очень молод, но его дарование огромно. Вы дали возможность нашему зрителю прикоснуться вот к тому искусству, особенно юные музыканты, а их тоже будет очень много в зале. Они, конечно же, вдохновятся, и для них это будет большим стимулом и дальше вот, трудиться. Но главное – желание продолжить. И вот это желание продолжить мы всячески поддерживаем. В планах коллектива совместное создание спектаклей с региональными театрами. Вполне возможно, что интересы совпадут и в республике. Наталья Мальчикова, Регина Кубайкина, Николай Скворцов. Республика.